дать торцом пальцами ткнуть, чтобы он быстрее приземлился. Слушайте, сегодня такой уникальный матч, потому что мяч еще ни разу в потолок не попадал. Обычно это происходит с завидной регулярностью, да? Сегодня пока без касаний потолка. Ой, под заднюю линию. На сетку наступило, по-моему. На линию трехметровую? Ну, нет. Ну, мне то, что показалось. Ну, нет, нет. Тайм-аут Енисей берет. Смотрите, как под локтями молодец.